Знаете, в криминальной традиции нож прячут. Потому мы не знаем, есть у противника нож или мы готовы к тому, что у него есть нож. Но он не знает, есть ли у нас нож. Но здесь мы уже типа на ножи, ну то есть, типа карты под стол, стволы на стол, как бы, да. Тут уже ножи достали, типа будем разбираться по человечески, да. Чтоб видели нож, да. В уголовной традиции такого нет. Ну, мы нам чисто с точки зрения демонстрации правил Махалова. То есть мы стали, Леха как-то стал тоже, чтобы драться. Вот смотрите, вот рука. То есть он может либо резать, либо колоть. Что делать будет? Конечно, колоть. Почему? Взвини руку на порез. То есть я сразу ему обрежу сухожилие. Или замкну их, или руку выставлю. Понимаете? То есть ему очень невыгодно сгибать руку. Можно попытаться выбросить движение и сделать вот так, да? Но, обратите внимание, при таком выбрасывании я могу что же выйти с порезом встречным двойным. Поэтому самый безопасный это выпад, короткий укол. А я же знаю, что он это будет делать, дружище мое. И я меняю просто стойку. Смотрите, что произошло. Калин, смотри. Смотрите, что он. Калин, давай. Еще раз. Смотри. Вот мы стояли, я стоял так, да? Он начинает на меня движение, я просто поменял стойку. Опа, он уже замкнул ноги. Потому что он увидел у меня в руке колющий предмет. Теперь он начинает меня колоть. А я просто ноги среди назад отставляю, он не достает. Теперь он будет делать шаг, чтобы меня ударить. И вот этот момент он проваливается, я ему режу голову. Потому что у него нет выхода, ему нужно делать еще шаг, чтобы достать наконец-то за меня. В это время я ему просто обрежу голову. Вот все принципы в действии одновременно. Теперь, предположим, у Леши будет нормандский хват. Я знаю, ой-ой-ой, нормандский хват не шутки. Тут если ударят, пробьют, не пробьют, ноги еще скомпенсируют. Бабушка, эти песни засадят, мама не покажется, понимаете? А у меня греческий хват. Поэтому я что начинаю? Он только начинает сводить, я сразу же что? Оп! Сюда, я держу дистанцию. А разогни руку. Он до меня не достает, значит будет делать шаг. Начнет делать шаг, я ему не дам сделать шаг. Но тут меня, смотрите, тоже держит, да? Видите? И не смотрите, что произойдет. Бам! Раз, и у вас, смотрите, два, три. Видите, что происходит? То есть, еще раз, смотрите, он взвел руку. Я сместился сюда. Он начинает меня бить, я вставляю руку. Он тут же блокирует мою. Видите? Я если знаю, что делать в этой ситуации, я буду его что? Ломать. Видите, где нож? Корпусом только поворачиваюсь и шею отрезаю. Предположим, у обоих нормандский хват. Предположим, мы по-честному стали драться. Стоим готовы к удару. Я знаю точно. Если будет точка приложения усилия, сейчас будет удар. Поэтому я делаю что? Один качок, он начинает двигаться, ухожу второй, он разворачивается, я бам! Только. Видите? Я его маятником раскачал и ударил. Предположим, он не дурак и не пошел вперед. Смотри, я сделал первый шаг, он стоит, думает, а не, парень, куда? Я сделал второй шаг, он стоит, видите? Я сделал третий шаг, он опять стоит, до меня, до направил, только шаг сделай, хана тебе, да? Смотрите, что я делаю в этом бедре, я перекладываю нож.
И теперь он полный король, и он начинает движение, смотрите, раз, па. Это я его держу, я еще не ударил. Теперь он будет разворачиваться. Смотрите, раз, и теперь уже все. Смотрите еще раз, вот у нас было два, я сделал шаг в сторону, он стоит, летание, брешь, не возьмешь. Я шаг раз, а он все равно стоит. Я шаг два, я раз, нож в руку. И начинаю на него двигаться, раз только. Видите, что происходит? То есть он только меня коротко хочет ударить, да? Удар, а я в этот момент времени на пол лопать. Удар. То есть я положил, начал на него двигаться, бах, у меня длиннее расстояние. Нога впереди, у него короче движение. И даже если он разгибает, смотрите, что происходит. Мимо денег, видите? Мимо удар. Даже если он успел развернуть, мимо удар. А я хожу, перехватываю нож и па! Отсюда. То есть, теперь смотрите, Леша, предположим, возьмет вот эту штуку, а потом переложит ее нормандским хватом. У меня такая эта хват. Вот мы стали, Леша начинает двигаться на меня и перекладывает. Смотрите, оп. Видите, что произошло? Я не дал возникнуть плоскости. Чуть шаг сделал. И даже если он бьет этой штукой, то попадает он куда? В нож. А здесь попадает куда у меня? Ну, известно куда. На режущий удар. Предположим, он с этого будет в греческий перехватывать. Я начинаю идти, он перехватывает, я в этот момент свожу этот. Он меня бьет в пузо, я забираю нож. И в этот момент времени. Для чего мы перекладываем это? Для того, чтобы не дать возможности противнику защищаться. То есть я начинаю вроде как с этой хрени. Хочу фехтовать. Он мне выставляет какую-то защиту, да? Я в этот момент времени перехватываю, смотрите, рука. И он начинает меня бить. Я в этот момент времени руку вставляю, просто попадаю. Самый простой способ. В том случае, если я умею голыми руками против ножа работать. А если у меня еще нож в руке, то получается, он меня бьет каким-то способом. Я раз, раз нож выставил. Теперь вытаскивай. Он вынимает, а его бам, прямо за его рукой. А вот еще и удар. То есть мало того, что его зарезал, я его еще и перевернул туда, за себя. Ну, зачем я его переворачиваю? Маша, демонстрация просто. А так, вот если вы посмотрите на видео, то хорошо переворачивается. Любой человек. Поэтому мы пишем номер 10. Мы нож перекладываем из рук в руки, чтобы не дать защищаться. Потому что он, я ему этот, он мне дистанцию сразу сокращает со мной, ну чтобы не было колющего удара. И руку мне еще фиксирует, понимаете? Я его отсюда, видите, из руки из этой. Раз, он в этот момент времени уже этой бьет. Я уже руку здесь вставляю и пах. Видите, что происходит? То есть я стоял греческим хватом, он понимает, что будет выпад, поэтому он на меня идет и одновременно парирует мою руку, клинит. Я уже ничего не могу делать, видите? Или даже схватит просто. Даже если он схватит, я нож все равно заберу, видите? Видите все? Что даже если он держит мою руку, я нож все равно заберу. А вот второй удар. Видите, что происходит? И я только вот раз, видите, что я пинаю нож уже здесь. И теперь он будет резать, у него же, конечно, есть возможность меня порезать, когда здесь нож. Ему нечего делать, вытаскивать эту руку, вместо того, чтобы защищать свою голову от ножа. Вы же понимаете, что первое, что он будет делать, это этой рукой пытаться, чтобы я в руку попал, а не в нож. Что мне надо, я ему режу руку, да? Поднимаю подмышку, следующий удар в подмышку, уже больше руки не работают. У человека, да? И следующий удар будет вот сюда. В затылок, на.